Я не верю, что ты убил Фольтеста. Я его и не убивал. Но награда есть награда. Как профессионал, ты должен меня понять. Еще одно трепло. Я знал, что мы еще встретимся. Опять ты. Зильград не забывает унижений. Чего ты хочешь? В этот раз у тебя ничего не выйдет. Весь Эйдирн узнает, что значит кулак Зильграда. Выходи на бой. Убирайся. Какой стыд. Слушаю. Чародеи будут счастливы, если вы подпишете их договор. Только кто станет советником в Венгерберге? Они хотят сами назначать советников. Впрочем, не думаю, что Саске на это пойдет. Всякое может быть. Это дело никому не позволит собой управлять. У меня сердце радуется, когда я смотрю, как она командует войсками. Тем хуже будет, если кто-нибудь сумеет ей манипулировать. Не понимаю. Это я так, мысли вслух. Вы собираетесь обсуждать войну с Каэдвеном? Нас не пустили к Наталису, а Радовид отказал нам во встрече. Это возмутительно. А чародеи говорят только о своей системе советников, но и они не принимают нас всерьез. Может быть, принц что-то придумает, но я не знаю, пустят ли его на переговоры. Хенсельд был против. Остальные боятся ему возражать. В результате де юре нас здесь вовсе нет. Хенсельд не может вмешиваться в ваши дела. А кто ему запретит? Он распускает слухи, будто принц хочет освободить холопов. Страшное преступление. Хуже может быть только нарушение придворного этикета. Что еще? Вы в кости играете? Хочешь с нами? А кто здесь еще играет? Двое магов. Только с нами они связываться не хотят. Играют только с мастерами. Но если ты нас победишь, кто знает. С удовольствием. С кем ты хочешь сыграть? Победа твоя! Играем!
ты выиграл. Поздравляю. Спасибо за игру. Я слушаю тебя. Я бы сыграл в кости. Ну что, играем? Ты выиграл. С кем теперь можно сыграть? Поиграю с моей ученицей. Она молода, но в игре в кости уже стала мастером. Да? Я хочу сыграть в кости. Играем? Ты заслужил свои деньги. С кем еще можно поиграть? С Локхартом Великолепным. Занятное имя. Как его найти? Он наверняка возле рынка ошивается. Спасибо. День добрый. Добро пожаловать. Стой, я сам угадаю. Перед тобой могучий Нума, и я его ученик. Так неинтересно. Могучий Нума ломает шеи быкам, гнет подковы и побеждает любого Нума!
Секрет его силы в грибах и травах, выросших в Эландере и собранных юными девами за час до рассвета. Ты можешь купить их по самой выгодной цене. Потерял что? Ты и есть могучий Нума? А кто спрашивает? Тот, кто хочет посмотреть, так ли ты могуч. А ты в цирк приходи да смотри. Меня там цепями связывают, а я их разрываю. Языком мести ты и вправду могуч. Ты меня достал. Выкладывай денежки и давай свою лапу. Я любопытный. Сиськи, Мелителли! Меня еще никто не побеждал! Все когда-нибудь случается в первый раз. Я дам тебе подарочек, чтоб не трепался, мол, победил могучего Нуму. Если узнают, что я проиграл, меня выпрут из цирка. Могучий Нума должен быть непобедимым, так что держи вот и не распускай язык. Ладно, спасибо. Вы мне сейчас это говорите? Я с магичками не работаю. Я отказываюсь. Что это тут? Драться, что ли, собрались? Капитул запретил поединки. Ты не можешь просто так разорвать договор. У нас тоже есть обязательства. И ты уже получил часть денег. И отдавать не собираюсь. Нечего за мной ходить. Ха-ха-ха! Ведьмак Геральт! Ха-ха. Что за встреча? Можно с тобой поговорить? Не думал я, что мы еще встретимся. По крайней мере, не здесь. Локмуине — страшно притягательный город. В том числе и для ученых. Мы тут затеяли небольшую экспедицию, и теперь подыскиваем охрану. Что у вас за экспедиция? У нас есть сведения, что в Локмуине находится мастерская Айбдейрхены. Нам нужен человек с оружием защищать нас от чудищ. В катакомбах их больше, чем хотелось бы. А подробности расскажет наша заказчица. Чародейка. Как вашу чародейку зовут? Боюсь, пока ты не решишь к нам присоединиться, мы не откроем ее имя. В таком случае приятно было поболтать.
Цинтия. Ее зовут Цинтия. А что Дейрхена делал в этом городе? Все слышали о его проклятии тысячи джинов, но мало кто знает, что он занимался историей Локмуине. В особенности его интересовал период упадка вранов. В дневниках он упоминает, что оставил здесь свои архивы. По записям мы поняли, где искать его лабораторию. Вы? Вообще-то чародейка. Зато мы знаем все об Аэб Дейрхенне. Я диссертацию по нему писал. А чтобы попасть в мастерскую, надо пройти через катакомбы. Помните, во Флодзуме вы дали мне эликсир? Разумеется. Как продвигается эксперимент? Были какие-нибудь побочные эффекты? Как он взаимодействует с другими веществами? Если запивать его водкой, на языке волосы растут. Я помогу вам. Ты не пожалеешь. Откуда начинаем? Мы нашли проход к древней усыпальнице, где хранили чародеев. Она ровно под этой башней. Наши товарищи уже ждут нас там. Ну как, ты уже стала чародейкой? Это не так просто. Одних зачетов недостаточно. Мне еще нужно подтвердить, что я достойна. Сюда меня призвала сама Филиппа Эйльхарт, чтобы я могла пройти важное испытание, так что еще немного, и я стану чародейкой. А что за испытание? Это тайна. На самом деле, я даже не знаю, к чему готовиться. Я повторяю все понемногу, просто на всякий случай. Желаю удачи. Мне можно будет и дальше запасаться у тебя эликсирами и травами? Эй, я все еще бедная студентка. От возможности заработать я не отказываюсь. Я собираю сведения о дикой охоте. Ты мне поможешь? Дикая охота — это призраки, несущиеся по небу на скелетах коней. Существование охоты до сих пор не подтверждено. Однако же, никто не может отрицать ее влияние на судьбы мира. Не подтверждено, однако же не может. Как-то так было на лекции. Удачи, ведьмак! Как идут дела? Ты очень невнимателен или крайне невоспитан. Я рассчитывал встретить дорогих мне людей, поговорить, вспомнить старые добрые времена. А они отворачиваются или смотрят на меня, как на пустое место. Чародеи не отличаются вежливостью. К сожалению, да. Они вышвырнули меня из Бонарда при первом удобном случае. Видно, мне не стоило поднимать руку на ректора. Они все от меня отвернулись. С меня хватит. Никаких больше гримуаров и амулетов. Не желаю иметь ничего общего с чародеями. Я бы хотел взглянуть на твое добро. Смотри, сколько влезет.
В твоей коллекции есть что-нибудь о дикой охоте? Лучше не спрашивай о ней. Это еще никого до добра не доводило. Я рискну. Мне нужно знать, почему призрачные всадники похищают молодых людей. И что с ними потом происходит. Это тайное знание никогда и нигде не было записано. Но можно найти его следы. Значит, придется искать. В подземельях Лок-Муинне находится меч, некогда принадлежавший эльфу из иного мира. Его до сих пор никто не забрал? Маги пытались его найти, но клинок хорошо спрятан от чужих глаз. Говорят, что тот, кто им овладеет, проникнет в тайну дикой охоты. Впрочем, не знаю, так ли это. Разбейте хрустальные шары! Сломайте жезлы и скиньте прочь колпаки! Гоните черного кота! А с ним нетопыря, сову и ящерицу! Так уже и жабу! Что? Оставьте дворы королей! Перестаньте лить сладкий яд в уши властителей! Этот... Есть за погляд я тоже деньги беру. Для покаяния. Бичуйте свои тела! Отвергните... Но не так, как хлещет одна чародейка другую... Лёжа на медвежьих шкурах? Богата извивается, и стонет, и умоляет её не прекращать. Добрый день. О! Мое имя Геральт. Брас из Ванарда. Я помню тебя. Ты был на Танадде и в Оксенфурте. Похоже, наши пути пересекаются именно на эльфских землях. Действительно. Но ты же не для того пришел, чтобы побеседовать об эльфских городах. Нет. Я пришел, потому что ты отлично разбираешься в оружии. Ты преувеличиваешь. Ты лучший мастер-оружейник среди чародеев. Меня интересуют любые предметы материальной культуры других рас. Но среди прочего, оружие, да. Мне нужен острый и длинный предмет материальной культуры. Безотлагательно, если я правильно понимаю. Говорят, вас беспокоят горгульи. Можешь о них что-нибудь рассказать? Горгульи служили магам, которые прежде обитали в Лок-Муине. Маги ушли, а эти твари остались. И по-прежнему очень опасны. А гнездовье свое так стерегут, что попасть туда никак невозможно.
Меня интересует дикая охота. Ты можешь мне помочь? Нет. Я не занимаюсь воздушными тварями. Спасибо. Ты можешь мне что-нибудь рассказать об этом манускрипте? Нет, ошибки тут быть не может. Ты вообще понимаешь, что держишь в руках? Если бы я знал, я бы не спрашивал. Враны прекрасно умели защищать свои сокровища. Говорят, в некоторых местах они оставили особых стражей, которые пробуждаются всякий раз, когда рядом оказывается свиток со словами силы. Вот такой. Если правильно произнести нужные слова, откроется ход в затерянную сокровищницу. Как мне воспользоваться свитком? Ничего на свете не дается даром, мой друг. Чтобы страж пропустил тебя, не нужно даже понимать значение этих слов. Достаточно лишь правильно прочесть пароль. В этом случае у нас написано «Нана канпази удуя, лала гад эксана нази удузи, гад канпа нибит». «Нана канпа» значит «читай прямо», «нанази» значит «читай наоборот». Таким образом, если ты встретишь стражника, которого разбудит свиток, ты должен сначала ответить словами после «нана канпа», «нанази» — «пропустить», а все слова после него прочесть в обратном порядке. Спасибо тебе за помощь. Так они посмели. Я доложу об этом королю Родовиду. Идиот! Их сюда Родовид и прислал. Этого не может быть. Возьми себя в руки. Смотрите. Добрый день. Здравствуй. Добрый день. Приветствую. У тебя тут уютно. Спасибо. Добро пожаловать в Вечный Огонь. Вечный Огонь? Что, кухня работает днем и ночью? Это совсем другое пламя. Вечный Огонь есть свет истины, тепло братской любви и дружбы. Только в Вечном Огне, только под этим знаком, сжигая ведьм на костре, брат тебе станет братом. Где же я посеял свой амулет от либералов? Если бы собрали капиту, ничего бы не случилось. Если бы у бабушки был меч, была бы она риданским маршалом. Мы должны выразить протест со всей решительностью. Да замолчи ты! Добрый день. Я хотел бы сыграть в кости. Сыграем? У меня еще никто не выигрывал. Ты должен мне деньги. Или товар на ту же цену. Как тебе удобнее. Покажи, что у тебя есть. Я могу дать тебе одну из схем нанесения рун. Солнечных, земных или лунных. Давай что-нибудь, чтобы улучшить доспехи. Сделаю все, что смогу. Thank you.
опять медальон. Я нашел манускрипт. Интересно. Книга запечатана древней магией. Такими заклинаниями защищают только очень ценные вещи. Это верно. Ты знаешь, как снять заклятие? Для этого нужны кое-какие ингредиенты. Их можно получить из строго определенных чудищ, которые здесь, к сожалению, не водятся. Итак, мне потребуются феромоны королевы Эндриак, кровь Накера Воина и мозг утка-клюва. А еще яйцо гарпии, которое можно заменить языком гнильца. Ясно. Я вернусь, когда все соберу. Истинно говорю вам, отрекитесь от ворожбы! Да как они посмели? Я доложу об этом королю Радовиду. Идиот! Их сюда Радовид и прислал! Этого не может быть! Я принес ингредиенты, о которых ты говорил. Невероятно. Давай все мне. Главное, соблюсти пропорции. Готово. А теперь посмотрим, что это за манускрипт. Боги! Что такое? Это инструкция, как выковать легендарный меч Каэрм. Он будет твоим, ведьмак. Ты заслужил это. Выковать такое оружие — большая честь для меня. Спасибо. До встречи. Нет ничего удивительного. Они... Кто бы мог подумать? Ведьмак Геральт. Выходит, не только коты всегда падают на четыре лапы, но и волки. Надеюсь, в этот раз ты не будешь требовать, чтобы я сдался? Я хочу найти настоящего убийцу королей. И снова покрыть себя неувидаемой славой? Что-то вроде того. Что же, я ненавидел Фольтоста, но сейчас Тимерию трясет до самого основания. Будем надеяться, что Наталис выдержит, иначе барона разорвут страну на клочки.
Когда мы виделись в последний раз, ты заперся в подвале, наполненном горящим маслом. Я родился и вырос в этой крепости, ведьмак. Я знаю такие проходы, которыми даже мыши не ходят. Долгое время все думали, что ты погиб. Считай, что это был мой брат-близнец. Почему ты не в Вызиме? Я слышал, после смерти Фольта Статимерия кипит, как походный котел. Сейчас каждый может попытать счастье. Особенно тот, у кого в родне королевская кровь. Ты просто не понимаешь, что будет твориться здесь, Геральт. Созыв Совета и Капитула – это только предлог. Здесь собрались самые могущественные владыки Севера. И не ради каких-то чародеев. Именно здесь определят новый расклад сил и поделят сферы влияния. Так что дома остались только глупцы и трусы. Его кандидатура – это своего рода... Ты голоден. Прошу, садись к столу. Будь осторожен. Не желаю иметь с тобой никаких дел. Добрый день. Пришел поглазеть на представление. Ну так тебе не повезло, его отменили. Мы теперь работаем в сфере обслуживания. Какого еще обслуживания? Когда-то я был не самым плохим оружейником. Или мне так казалось. А потом мастерскую спалили во время погрома. Только вот мастерство не пропьешь. По мне так проще глотать шпаги, чем ковать их. Только супруга моя сильно нервничает. Передай ей мои наилучшие пожелания. Можешь сделать это сам, если хочешь. Моя жена Илона – бородатая эльфка. О, и как оно – жить с бородатой эльфкой? Как у всех. Мы работу на дом не берем. Но ведь... Молчать. Это будет практическое занятие. Вы узнаете, на что чародейка не должна соглашаться ни при каких обстоятельствах. Сейчас я припадаю. Привет, я Илона, бородатая эльфка. Прямо бородатая? Ладно тебе. Мы приехали сюда с цирком, но тут и без нас весело. Чтобы свести концы с концами, пришлось задействовать запасной план, начать торговлю. И что ты продаешь? Еду, хорошую и свежую. Хочешь что-нибудь купить или просто ждешь, пока у меня вырастет борода? Я готов заплатить за выступление. Покажи свою, бороду. 200 аренов. Последний? Но ведь... Молчать. Это будет практическое занятие. Вы узнаете... Хочешь что-нибудь купить или просто ждешь, пока у меня вырастет борода? Медальон.
Ты держишь меч Арамиля, восставшего против власти короля. Королю Дикой Охоты нужен ген старшей крови. Он хочет открыть врата между мирами, чтобы сеять ужас и разрушение. Король Дикой Охоты повелел убить меня, а призраки, принявшие по его приказу облик живых, преследуют меня в пути между мирами уже сотни лет. Я прибыл в Лок-Муине. Я измучен, но знаю, что и здесь мне не суждено отдохнуть. Всадники охоты вот-вот будут здесь. Я чувствую за спиной их ледяное дыхание. Я избавился от горгулей. Отлично. Мы сможем исследовать районы, куда они могли попасть прежде. Вот твоя награда. Магия или опасность? Thank you.
колено. We'll be right back.